Проект «Летний вечер у реки» продолжает знакомить жителей микрорайона Павшинская пойма с насыщенной культурной жизнью и лучшими творческими объединениями муниципалитета. В этот раз в гостях на живописной набережной духовой оркестр ДК Подмосковья. Ровесник Красногорья. Коллектив был основан в далеком 1932 году и спустя почти век остается желанным участником концертов для слушателей и вторым домом для своих артистов. Половина коллектива – это люди совершенно с другими профессиями, но очень увлеченные духовой музыкой, которые самостоятельно или в самодеятельном оркестре за какое-то время, количество лет выучили игру на каком-то инструменте и с удовольствием приходят с нами общаться, работать, выступать. Кстати, очень даже неплохо получается. Для жителей поймы оркестр выступает не в полном составе, но на настроение аудитории это не повлияло. Главное, что музыка близка сердцу. В репертуаре старые, добрые, многим знакомые советские и русские мелодии. Очень приятно видеть, что люди принимают артистов очень позитивно, шквалы буря аплодисментов, то есть мы слышим каждый раз. Вот. И самое главное, что приятно видеть, что люди общаются, радуются и отдыхают, что в принципе, наверное, и требуется от нашей работы и от проекта «Летний вечер у реки». И он обещает выполнять свою славную миссию и скрашивать вечера красногорцев еще два летних месяца. Каждую субботу и воскресенье. Концертная программа начинается в 18 часов.